Поскольку закон определяет, что мы обязаны коммунальные платежи платить сами, то эти суммы вполне достаточные. Я наводила справки в риэлторских конторах, и, так сказать, везде мне говорят, что за 21 тысячу можно снять вполне достойную квартиру в городе Петрозаводске. Тем более, что сейчас мы видим, что творится на рынке жилья, цены будут еще и падать.